Как меня все задолбали. Чё не женишься, чё не женишься. А куда торопиться, мне только 50 лет, я еще не нагулялся. А ранние браки – это очень плохо. Соседка баба Галя меня все пугает. Тебе уже, говорит, столько лет дождешься, придет тебе невеста с косой. Не, а что в женитьбе хорошего? Это только в сказке целую жабу, она превращается в царевну. В жизни все наоборот. Баба, попав в квартиру, ведет себя как оккупант. Сразу устанавливает свои порядки, грабит коренное население, не дает местным пить, гулять и угоняет в рабство к фюреру, к теще на дачу. Ну и раз, когда жрать охота, думаю, может жениться? Потом наемся, думаю, что за мысли в башку лезут? Баба, она как китайская петарда. Никогда не знаешь, когда рванет и куда полетит. Я как-то притащил одну в свою холостяцкую берлогу, а она оказалась помешана на аккуратности. Такое несла, что ботинки перед сном надо снимать. Что у нас с собакой должны быть отдельные миски для еды. Что посуду надо мыть губкой. Я помыл, у меня губа неделю болела. Я от нее столько нового узнал. Оказывается, у носков тоже есть постоянные пары, как у лебедей. На всю жизнь. А у меня они постоянно теряются. Надо выпускать носки для холостяков, чтобы они были на резинке, как рукавички у детей. Как-то говорит, по субботам надо убираться. Ну я в первую же субботу от нее убрался и больше ее не видел. Одна мне нагладила кучу маек, трусов и говорит, сложи в стопку. Я весь вечер сидел свои труселя в стопку от водки запихивал. Пока не напился с горя. Из этой же стопки. А одна все молодилась. Нафаршировала себе лицо ботоксом. Знаете, мышцы парализуют, чтобы морщин не было, да? Она сейчас вот так разговаривает. Ой, я так рада, что ты пришел, так рада. Я один год рассказал, она так смеялась. А. А Надька, врачиха, была помешана на гигиене. Она перед тем, как меня поцеловать, протирала мне губы спиртом. Я так пристрастился к поцелуям, что за год чуть не спился. Она меня все гоняла в поликлинику на диспансеризацию. У меня ж до 50 лет в медицинской карте была всего одна запись. Мальчик, вес 3600. А с одной в гостях познакомился, классная баба была такая в самом соку. Она как раз томатный сок на себя опрокинула. Но чувства справедливости вообще не было. Она любила у своей подруги Ирки ночевать. То есть ей можно, когда я у Ирки переночевал, сразу скандал. А с одной полгода прожил, думаю, странная баба какая-то. Не готовит, не убирается, только курит все время. Оказалось, мужик. Я еще ей думаю, что за имя для бабы Николай? Одна мне говорит, не молчи в постели. Я ей все рассказал, что с 5 класса учил. Скажи-ка, дядя, ведь не даром. Ягненок в жаркий день пришел к ручью напиться. Теорему Пифагора, все, что знал. Она говорит, а теперь я хочу, чтобы ты раздевал меня глазами. Ну, руками понятно, можно ногами попробовать. Ну, как глазами? Как я глазами буду пуговицы расстегивать?
Я же ресницы помню. Купи мне что-нибудь красивенькое, что я могу вставить в ушки. Я купил ей беруши красивые, синие. Что ей не понравилось? Я вам скажу, женитьба — это как тюрьма, все сходится. И там свидетели, нельзя гулять, личные вещи конфискуют, весь день под надзором. Не зря говорят, заключение брака. А я вам скажу, мужскую природу не переделать. Что мальчики любят в детстве больше всего? Гулять. С возрастом это только усиливается. Вам любой врач скажет, гулять полезно, а женщины этого не понимают. Я вам скажу, только холостой человек в состоянии блестяще мыслить, писать гениальные стихи. Вот Есенин написал: «Не жалею, не зову, не плачу, все пройдет, как с белых яблонь дым, увядание золотом охвачен, я не буду больше молодым». Гениально! Ну, потому что не женатый. Если был женатый, он бы так написал: «Я жалею, я зову, я плачу, денег нет, ушли, как с яблонь дым, на работе сутками шачу, нахрена женился молодым?» А так, мне по ночам снятся кошмары. Как будто в окно моей спальни на 9-м этаже в полнолуние залезает Лариса Гузеева и говорит: «Давай поженимся». Просыпаюсь в холодном поту. Причем в поту — это в лучшем случае. Так что я жениться не собираюсь. До пятницы. В пятницу идем в ЗАГС, она меня убедила. Ну, не она, конечно, братья ее убедили. И вели два аргумента. Один в ухо, другой в глаз. Откуда я мог знать, что у нее такие братья? Нормальная девушка, Настенька Кличко. Так что в пятницу у нас праздник большой любви, слияние двух сердец, создание молодой семьи. Поэтому в пятницу выпейте за меня. Только прошу вас, не чокаясь. Чокнусь я и без вас.